Привет, ребят, с вами Пес, это у нас игрушка Sigma War, Legends of Stick. Сегодня мы вместе с вами будем продолжать проходить кампанию, так что, ребят, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну а мы, ребят, давайте-ка начнем. Будем сегодня проходить два флажка кладбища. Вот, посмотрим, что у нас из этого получится. Так что давайте-ка начнем. В первую очередь нам надо отбить вражескую атаку, да, получается, окей. Ну, сейчас попробуем сделать это. Конечно же, нам надо сделать рабочих, чтобы они по полной программе приносили нам денежек, а дальше у нас все будет связано с лучниками. О, паньки. Пошли, ребят, на нас. Но это, ребят, не такая уж и страшная армия от врага. Так что с ним мы можем справляться по-быстренькому. Все? Да. Изи. Сделаем-ка мы, ребят, одного гиганта и лучников. Так, опять-таки. Будем сейчас вынуждены вот таким вот образом защищаться. Ну, ребят, смотрите. ХП на нашей вышке очень сильно снизились. Хорошо. Вот гигант уже пошел и... Опа, мне кажется, мы можем сейчас попытаться... Да не-не-не, только не по лучникам. Хорош. Отлично. Несколько вот мечников тоже нам нужны. Еще лучники пошли. Можем сейчас проатачить, в принципе. Опа. Нормально. Да, обычные мечники, ребята, они танкуют и не дают, чтобы наш гигант получал слишком уж большой урончик. Это хорошо. Так, всего лишь два юнита. И катапульта, ребят. Промазала. А второй раз нет. Ну ладно, ничего страшного. Давайте-ка еще одного гиганта мы сделаем. Опа, пошли на нас, значит, тут такие вот челики, да? Давай, гигант. Хорош. Супер, ребят, просто у нас все получается. Давайте-ка еще лучников мы сделаем. Вот это самая оптимальная армия, мне кажется. Вот без обычных мечников нифига у нас не получается. Так. Опа. Тихо. Гигант, давай, танкуй, чувак. Отлично. Может, еще одного гиганта сделаем все-таки? Не, не стоит. Два гиганта — это уже много. Ох, катапульта тоже работает неплохо. Хорошо. Пока что у нас все супер. Копейщики у нас еще пойдут. Все, армия готова. Опа. Идем в атаку. Сразу-таки гигант, давай. Ох, гиганты, ребят, как танкуют, а? Просто супер четко. Все. Вот так вот. Атака завершена. Хорошо, ребят, идем. Собственно, дальше что мы можем прокачать? Гиганта прокачать, ну, за 500? Не стоит, конечно же. Вот этого челика тоже давайте-ка не будем прокачать. Вот. Ну и второй флажок. Кладбище. Давайте-ка попробуем уничтожить вражеский замок. Наша цель. Сделаем себе по-быстренькому рабочих. Ну, а дальше уже потихонечку... Наши юниты будут готовиться. А, кстати, стоп. А чё, враг все время будет нападать? Серьезно? Чё-то тут не так, ребят, мне кажется. Потому что у врага, получается, нету вообще ничего. Что-то поздновато я начал. Не, по логике, если так чисто посмотреть, то у нашего врага вообще сейчас не должно быть ресурсы. По идее, да, это должно быть так. Откуда он должен взять ресурсы, хрен его знает. Ладно. Гигант у нас готовится. Давайте-ка лучника сделаем одного. Чувак, откуда у тебя ресурсы? Ниоткуда. Ладно. Давайте-ка сделаем себе армию хорошую для того, чтобы... Если что, противостоять. Ну, смотрите, чел даже рабочих себе не делает. Он в крайнем случае может вызвать себе подкрепление. Тем самым уничтожить все, что у нас есть. Так что этого мы не должны допускать ни в коем случае. Окей. О, докопил на одного рабочего. Прикольно. Сейчас этот рабочий сдохнет, естественно же.
Так, еще один гигант у нас сейчас пойдет. Угу. Да, по двадцатке чувак копит, скорее всего, денежки. По-другому я не знаю, как может накопить, ребят, если честно. Так. Делаем еще лучников. Все. Можно даже еще одну... А, катапульту. В принципе, 4 места. Не, 5 мест надо для катапульта, да. Давайте-ка вторую катапульту тоже сделаем на всяком пожарном случае. Вот так. Все пошло, опять чилик на нас. Странный какой-то чувак. Не, чувак, конечно, не странный, просто странный сам уровень. Потому что тут у врага нет вообще золота. Почему, не знаю. Ладно, сейчас подождем вторую катапульту нашу. Армия у нас будет прям полностью готова. И, кстати, смотрите, какие-то подлагивания начинаются. Да, иногда вот такие лаги случаются, бывают. Так. А если пойдем в атаку, то что из этого будет? Надеюсь, что наши челики смогут разобраться по-быстренькому. Бляха-муха! Это враг, скорее всего, вызывает вот такие вот помехи для нас. Алло. Или игра что-то не оптимизирована. Но, скорее всего, второй вариант, потому что отсутствие вражеских шахт означает, скорее всего, это, что игра практически не оптимизирована. Так, может, это из-за этой катапульты, не? Даже не знаю. Как-то странно, ребят. Окей. Можем, в принципе, тут как-нибудь подождать. Или нет, никак нельзя подождать. Ладно, давайте-ка я посмотрю, сможем мы вот эти лаги как-нибудь исправить и вернуть к вам. Ребят, если честно, не знаю почему, но игра у нас полностью сломалась, так что придется начать этот уровень заново. Но мне кажется, что на этот раз мы сможем сделать все немножко полегче, нежели чем в прошлый раз. Давайте-ка сейчас рабочих сделаем. Ну, думаю, 5 рабочих тут нам хватит, скорее всего. Окей. Сразу-таки идем, ребят, в защиту. Угу. Сейчас с гигантом разберемся. Да, разобрались. Так. Вот эти челики, они, конечно, сейчас мешаться будут. Все время путаться будут под ногами. Ну ладно. Угу. Ну, рабочие, давайте. Работаем. 5 рабочих. Ладно, давайте-ка еще 3 сделаем. На всяком пожарном случае. Вот, так. Обычных рабочих мы сейчас уничтожим, естественно же. Так, нам нужен будет гигант. Несколько катапульт, скорее всего. Вот, возможно, из-за катапульт эти лаги происходят. Не знаю почему, но прям в самом конце эти лаги начались у нас. Все, гигант есть. Ставим на изготовление катапульту. Потому что без катапульты никак. Не получится у нас ничего сделать. А враг-то ничего не предпринимает. Хорошо. Так. Поднакопим сейчас на вторую катапульту еще, чтобы побыстрее справляться с вражеской базой. Катапульты, они, в принципе, для этого прямо и предназначены. И будет лучше, прям если еще один гигант у нас будет. Это вообще бомба будет. Да? Да. Ждем, короче, чтобы эти 2 юнита у нас изготовились, гиганты катапульта. Ну, пойдем уже в атаку. В это время, скорее всего, наши соперники еще одного рабочего успеют сделать. По идее. Так, ладно. Создаем еще юнитов. Ну, они будут так для подкрепления. Получается, сзади будут нападать. Все, погнали. Так. Катапульты тоже работают. Отлично. Угу. По сути дела, ребят, вражеская армия даже не будет иметь подкрепление на башеньке, не? Да. Да, даже катапульты тут нам не пригодились, странно. Вот как-то так. Ну, ладно, ребят, на этом будем уже заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте, ребят, ставить лайки и подписаться на канал. Ну, а с вами был Бес. Всем удачи, ребят, и всем пока.